кулаки, что-нибудь такого полезное. Мелихаст. У меня активация Windows вылезла, блядь. Надо будет сейчас убрать. Мне кажется, с тобой нельзя водку пить, ты слишком много выпьешь. Нет, я немного пью. Немного? Редко, но метко. Нет. Чисто просто пару рюмочек, да, и хорош. Того. Водки. Да. Ну, пиво я не пью, вино не пью. Только крепкие напитки, но очень мало. Я отпила уже свое, у меня уже не лезет. Спала своя. Да. Как срок отмотала, блядь. Типа того. Отпила свое. Идемте собаки там с тем. А че инвалид пишет? Собаки? Почему нет? Я бы, да, я бы с собаки начинал. Ну пойдем первого. Не знаю, о чем вы, я по кругу расчищу. Заебал крутиться, хуй помнишь, где ебал у этого на бабу.
Что он харате не апается до 20% скорости атаки? Вроде апается, в талантах там где-то есть. Ну, то есть он только инфу, да, дает, получается, 20 лет. А, подражается. Дайте пистолет, пожалуйста. Есть у кого алкашная фласка на СПД? Цепрот тут надо. У воина выпей, возьми у воина. Могу эликсир из кровяни кидать. Я могу на стой крепость сделать. Кому надо. Не, тут сапрот лучше. А тут не нужно сапрот, наверное. Киле. Ну, на втором, на третьем нормально. 5, 4, 3, 2, 1. Выбирай, выбирай, выбирай. Улучшение. Поезда будут. Бегите или умрите. Ну, после какого коста он какую-то хрень накладывает, когда ты кастовать не можешь? А, нет, это рандомная хуйня, просто... Это рандомная хуйня, видишь, сало называется. По любому человеку. Там просто он каст кикает плюс-минус, там в промежутке каждый там 30, что ли, секунд. Надо просто посчитать, там, заморачивал. Ну там можно успеть, если следить, то можно успеть фейкнуть. Тоже заебался сало от него ловить. На РТД были лазеры. Сделай полшага вперед, пожалуйста. Лазер. Ой-ой-ой. Бегите или умрите. Ничего, мы тебя за вагон. Да ладно. Я об кости ебучей споткнулся, блядь. Берегитесь.
Да, все бреды так проходили. Ну, просто лишний балласт выкинул. Опачки, тапочки. А чё это? Это Роковская? Ой. Это Локовская. Сука. Я бы себе взял. Мог только тебе, да. Я тоже взял. И Друлевская. Я бы себе очень хорошую взял. У тебя и так тапки есть такие. Да, вот в этом пудо. Но у меня там другая вообще черка обычная, которая... Жезл надо? Не, ну в любом случае, так, хуй, ее так-то и ролить не надо, типа. Ну хотя, опять же, там мапа тебе пробовался. Ну это да, да. 120. А зачем ты мне его отдал? Ну, продай, если не надо. Это кому надо? У кого-нибудь раскрыл. Килия, да? У меня есть. Да, Килия. Килия, пыли свои отдавай, и ей пыли со старых, а новые одевай. Нет, но... типа, я бы топил, если у тебя нет такой чарки, конечно, то, блядь, я бы топил за то, чтобы взять эту чарку. Ну, у меня такой чарки вообще нет. У меня, в принципе, чарок нет. Хотя они, блядь, чарки сейчас залупу такую сделали, и мне, блядь, нихуя. Не, почему? Я не слышал об этом. На рогов, которые энергию дают, вообще ништяк. Ну, типа, у меня вот дипы, они дают 15-1.5% урона, блядь. Вторая чарка, она дает на гербросок. Не могу посчитать, так, сколько она дает, но она не так много дает, на самом деле. По сравнению с чем, что было, с чем стало, то разница огромная. Дайте баф, пожалуйста. Поставьте тут ГБ. Ставьте кто-то банк, мне забагалось. Сейчас поставлю. Вот банков наставил. Ну-ка, я могу банк ставить? Да, все могут. Дышится. Вот еще один. Все 10 банков. О, там вторую ячейку открыли. Самое смешное, банк то 10, а пиздит только один человек, может оттуда. 3, 2, 1. Может сразу ангел дать? Как считаете? Давай уж не выебываться и нормально его убьем. Ладно. О, заебись, на драги перевели его. К вам бомжи идут. На танка этот бомжи. Может, сферы сломаю? Больно все. Пола нахуй выносить, нахуй надо, да? Да, наверное. Сейчас щупальца появятся, будут дамажить больно. Они уже появились. И дыхание будет тоже дамажить больно. Бля, я уже нажимал гимн на хп. Купалки выносите. Геншин, призм, Кия. Вы понимаете, Кия, да, почему сдохли? Кия, Рия. Ну потому что три лужи там где-то. Впереди меня у босса. Потому что, блядь, сферы нахуй, возле них мы стоим. Да нет, там умерли от дыхания от первого. Под который надо было сейф какой-нибудь дать. Ну, меня добил темный колодец 5000. А да, в основном надамажил вот это Дарью Ксарона. Вот эти появились. И дыхание. Ну, щупальца.
Ну да, там... Прохил, получается? Ну да. Хоть что так. Ну вот эти вот три публики... Нет, не то, что у нас, блядь, просто есть две мастера аура, а чего, блядь, их сами дать может, нет? Я на второй давал мастера аура. Там не заряжает мастера аура, когда тебе три сферы бьют, блядь. Да, умерли не от сферы, я же говорю, умерли, блядь, от банного дыхания. Там были щупальца и дыхание, там не сферы убили людей. Сферы не дамажат в десятки. Когда не били. Не дамажат в десятки. Ну что, это дохуяшь или по всем? Или только по тебе? Я только по селинку, ну. Ну знаешь, так-то 15 тысяч хватит, когда топа стоит в бублике и минус 80% от хила. Хватит 15 тысяч убить. Ну 15 же это не одним ударом, блять. Это, ну, типа, такое, я не знаю. Привет всем. Бэлмор. Бэрик надо пару, я не вижу его. Он сзади хэпалил. Кстати, купола выносите. Я могу отдать в сторону куда-нибудь сюда поставлю. Дыхание, давай МА в том. Бревай, давай МА. Бегите или умрите. Купола выходим. Я на второй давал. Давай, блядь, не надо давать на вторую. До 50% ты вообще не жмешь никаких сейвов. Вообще не жмешь. До 50% босса никаких, блядь. Пока голос включал, умер, блядь. Ну это что-то просто калкаст. Не, моё. Вот у босса 50% исполнилось, да? Вырос он до 50%, блядь. То есть будет сначала щупальца, после щупальца там плюс-минус, там в зависимости от того, насколько раги мы его переведем, будет дыхание. Вот под это дыхание нужно сдать мастерауру первую, под второе дыхание, которое будет перед заходом, то есть нужно сдать мастерауру вторую, и в заход нужно сдать массакру. Массакру нажать минус 50 и кинуть зубы по холипалу, чтобы он не сдох в этот момент. Все, заходим в куполки, выходим, добиваем босса. Тут, блядь, вообще никаких, блядь, никаких сложностей. Изи же, блядь. Ну что-то пылят.
5, 4, 3, 2, 1. Сферу, сферу, милишники. Закройте прям сферу. Из РДшников подойдите больше, чтобы мы лежали сферу подходить. Вот, сейчас 50%, 0 раги, вообще заебись, и когда первые будут дыхание, нужно будет сдать мастера ауру. Прибег дать мастер ауру. Гаврики на танк или... Смотри, сейчас будет... Скоро сейчас будет темная хуйня. Куполки выносим. И смотрим за боссом. Сейчас будет щупальца и будет сразу, наверное, каст дыхания. Готовься нажимать. Вот щупальца. Стрела мрака. Вот дыхание, давай мастер ауру. Похильте, ворота. Куполки выносим. Шалфир, хопали, киляю. Киля. Там сфера поверит еще. Что за хуйня, блядь? Аня, мастера ауру вторую давай, копали. Богим. Да. Что это за комплект брони? Нагрудник, штаны так. Да, мы десятки. На паладина какого-нибудь. Вы убили собаку десятки? Да, да, так можно надо кому-то. Комплект на паладина. А десятки выпали тапки на лока. Ясно. Это у нас что? Это на ретрик? А, на прото. На протик, скорее всего. Ну да, статы глянь, протик. А вторая нахапала. Ну или на другом хила. Самый простой босс. Угу. Я помню, как один раз мы туда пришли. В итоге 4 вайпа на нем. А башку мы с тобой с самого начала его травили. А, это вообще незабываемая хуйня. Всевозможные тактики перепробовали. Верните серфера. Яншин, уйди, Смит. Yep.
Берегитесь. Сир. Что ж, нет, как, блядь. Берегитесь. Блядь, спир. И сопрошение. Берегитесь, вы умрете. Берегитесь. Асфера отвернись. Еще одна скрытой. Ну, плечи скрытой неплохие, можно заместить это. Ну, вообще, да. Не, поезд такой скрытой, с тухом. Помню, он арестор, быстренно. Бля, еще пойдем? Куда? Куда тогда? Не, все. Не хочу больше. Все, ладно, спасибо. Да, когда-нибудь потом. Давайте удачи. Бля, плечи, сука, этот последний сейчас нихуя не понял. С них хорошо голды падают аж по 145. С кого? Ну, написано, ваша доля 145. Ты говоришь, не значит. А что это, да. Никому ничего не надо, да? Надо, ну, почему? Кому чё? Никому ничего не надо. Ой, мне пофиг, я перебьюсь. Ну, в боссе остались вещи. Ну, мы же там...